Поэтому моя мама, папа, ходил на подаяние. Вы знаете, что монах в Таиланде ходит на подаяние рано утром. Они, у них шаша, да, у них шаша, монашская шаша, и ходит подаяние, собирает рис, там еду, суп, вот, фрукты. И мой отец ходил туда и обратно примерно 8 километров каждый день и 8 лет. Он полюбился одну мусульманскую женщину, девушку, да. И, в конце концов, он принимал решение выйти из монашества. И, конечно, в деревне они выращивают урожай, выращивают рис. И каждый урожай не сезон, да. Мой дедушка, моя мама и братья, сестры, они знают, почему каждый урожай не сезон. Когда проснулся, это рис уже собранный, да. Уже кто-то собирал уже урожай, поставили около дома. И каждый день там у них 27 гектар земля. И мой отец почти 27 гектар. Он собирал ночью, не спал. Ушел из монашества специально, что собирал урожай. Да, для мамы. И потом дедушка интересовался, кто собирал урожай для нас. Наверное, кто-то, какой-то молодой человек, который любил мою дочку. Вот. В конце концов, мой дедушка, он специально ждал, кто-то пришел, собирает урожай сегодня вечером, да, и он поймал мой отец, маленький китаец, да. Он не ожидал, что такой маленький китаец собирает несколько гектар рисовый урожай. Это моя история, моя семья, а потом поженились, да. Вот, когда поженились, мой дедушка не разрешили, и очень интересно, отец китаец, мама мусульманка, получается, мама из Ирана, рода из Ирана, поэтому они для них это позор, да. Далее моя бабушка и дедушка отцовской линии тоже думают, что ты китаец, ты женился мусульманку, да. Такой высокой, как длинный, как палки, тоже ненормально. Ты можешь найти нормальную китаянку, да, красивую, которая глаза похожа на нас, да? Мой отец говорил, я любил, поэтому я буду жениться. Получается, родители, да, родители мамы, родители моей папы, они были против. Но все равно они поженились и построили дом, который далеко от их родителей, дом родителей. И это причина, почему я потом скажу, почему я стал монахом. Потому что, когда они поженились, а потом первый сын, а второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, я седьмой, да. После меня еще восьмой и девятый. Вот. Мой отец очень крепкий человек, маленький китаец, крепкий, да. И получается, родители, да, моего отца и родители моей мамы, они не разрешили нас даже ходить домой. Я вспомню, когда мне было 5 или 6 лет, я пошел к бабушке и дедушке, да, они выгнали меня из дома. Я пошли, вы понимаете, я вспомню, что один раз моя мама заболела пневмония. И получается, мама лежала в больницу. Да, и деревня надо ходить через болоты, понимаете, да? На самом деле город и больница, и моего дома примерно 18 километров. Они ходили 3 дня, что пошли, что лечить болезни, понимание. 3 дня, болото, везде болоты. И получается, мои братья, сестры, старшие, они поехали учиться в Бангкоке. И осталось только я, мой младший брат и младшая сестра. И когда родители, мой отец, когда мама лежала в больнице, отец тоже был в больнице, что укачивался мамой. И мы только втроем были. Да. Мне было 6 или 7 лет. Я не вспомню, я еще не поступил, я еще не учился в школе. Мой младший брат 4 года, моя младшая сестра 3 года. Ну, практически, вы понимаете, мы были маленькие. А еды не были, поэтому мы пошли к бабушке. К родителям мамы.
и получается было 8 часов. Да? Электричество, фонарики не были. Вы понимаете, да? В деревне ничего не было. Мы пошли, а бабушки, дедушки сказали, что иди домой. Эта история я вспомню до сих пор. Я был мальчиком 7 лет. Мой младший брат примерно 4,5 года. Да? Моя сестра младше 3 года. Мы пошли туда и обратно, вы понимаете, примерно 10 километров. Целый день. И бабушки и дедушки выгнали нас. 8 часов вечера. Вы должны понимать, что в Таиланде 6 часов это очень темно. 6 часов ровно темно. Когда я скажу, что темно, это очень темно. Прямо как кожа африканцы. Очень темно. Вы понимаете, темно, прямо как в Зимбабве. Как кожа у молодого человека из Зимбабве, там Буркина-Фасо какой-нибудь. Очень совсем темно. Это шутка. Да? Совсем темно, не видно ничего. Но все равно мы пришли домой. Мы пришли домой, вы знаете, с Восконга. Мы пришли домой уже рано утром, следующий день. После этого я ненавидел бабушки и дедушки и родственники. И родственники у моего отца, и как родственники бабушки, дедушки из моей мамы, да, моей как материнская линия, я все. И я думаю, что все, я, наверное, я не могу жить, да. Мне 7 лет я уже принимал, я искал уже веревку принимать самоубийство. Вы понимаете, очень больно было. Вы не думаете, что маленькие дети не думают так. Они иногда думали. Вы понимаете, каждый из нас есть какие-то корки, какие-то истории, воспоминания. Мне 7 лет, когда я пришел домой, да, я думал, что я принимаю самоубийство. А потом думал, что если я, мы договорились втроем, что давайте мы принимаем самоубийство. Мне 7 лет, мой младший брат 5,5, сестра еще 3,5 года. Давайте мы все умрем. Потому что пошли родители отца, тоже выгнали. Родители как мамы тоже выгнали. И еды не были. В конце концов мы нашли, вы понимаете, зеленый банан. Вы знаете, зеленый банан. Да? Банан обычно желтый, да? Спелый, зрелый. А мы нашли зеленый банан около дома. И мы кушали кокос, да, я поднял на пальмы кокос. И себе кормил, и сестре, и брату. И только через полтора недели родители вернулись обратно. Я сильно похудел, да, каждый из нас очень сильно похудел. После этого, да, я больше не ходил к бабушке, к родственникам. И я думаю, что единственный путь, который сделал, что я чувствую себя уютно, это я стану. Я раньше был мусульманином до 7 лет, да. Я ходил в мечеть, вы знаете, да. Даже родственники научили меня резать бараны прямо так ножом, да. Вы понимаете, 5 лет я уже убил баран ножом 5 лет. А после этого я думаю, что я пойду в монастырь, когда я закончу школу. Я сказал папу, что мой отец объяснил, что если твои родственники тебя не любят, потому что разные, да, потому что я китаец, твоя мама там мусульманка, да, и тогда если ты хочешь, через 6 лет, если ты после школы, ты хочешь стать монахом, я не против, вот. И поэтому я хочу говорить о семье сегодня. Да. На самом деле семья, я хочу говорить, что карма играет очень большую роль. Да. Почему человек, который был монахом 8 лет, да, и он думал, что он стал монахом навсегда. Я рекомендую вам смотреть фильм «Самсара». Кто смотрели фильм «Самсара»? Да. На русском языке, на YouTube я рекомендую смотреть. Это карма. Да? И отец китаец, мама мусульманка.
отец буддист, был монахом 8 лет. Мама тоже была мусульманкой, а потом стала буддийской женщиной. Да? Потому что я думаю, что люди... Я не знаю, в христианстве, может быть, нет такой концепции. В буддизме мы верим, что мы уже переродили уже миллионы планеты. Вы понимаете, да? Мы не будем спросить, откуда мы. Это слишком далеко, откуда мы. Да? Мы переехали из разных планет. Были планеты, которые мы жили, а потом эта планета закончилась, а потом новые планеты. Мы переехали постоянно. Если не будет эта планета, мы переедем на другой планет. Это буддийская концепция. Да? Концепция, что не только реинкарнация, что человек перерождает несколько раз, несколько жизней, много миллионов жизней на самом деле. И каждой жизни, вы понимаете, человек обижали друг другу. Вы обижали друг другу в этой жизни. Вы обижали, вы дали обещание кого, да? Вы обижали, там, девушку, вы будете жениться. Вы обижали, что вы будете с ней навсегда, да? И рано или поздно она вернется. Вернется. И я хочу сказать, что судьбы моей семьи тоже очень странно, потому что, извините, пожалуйста, совсем разные расы, совсем разные, вы понимаете, этнический круг. Мой отец китаец, мама мусульманка, да, иранка. Они поженились, жили вместе, 9 детей родили. 9 детей, вы понимаете, 9 детей. И я, наверное, если я не видел, как мой отец, как он любил мою маму, мою маме, да. И я не видел, если не видел, как моя мама любила мою отцу. Я не верю, что любовь и карма работают. Как мужчина, который 150 рост, полюбил девушку, которая 172 сантиметра. Я видел, смотрю, да? Это невозможно. Моя папа и отец. Мой отец и моя мама фотографировали вместе. Вы понимаете, отец так стоял. Вот. Так стоял, вот так. 170, 170 и 150. И они очень любили друг друга. 5 декабря 1999 году мама умерла, когда я только приехал в Россию. Эта мама умерла сколько лет назад? Да? 19 лет назад. Позавчера была годовщина. Да? Как моя мама умерла? Я вспомнил, что когда мама умерла, я жил на корабле-строителе. Корабле-строителе. Кто живет на корабле-строителе? Есть? Рядом, да? Недалеко отсюда. В общежитии. И я, когда я чувствовал сам, я обычно я занимаюсь медитацией, я чувствовал, что мама умерла. Мама специально сказала моим братьям, моей сестре, что они сообщили меня, что она умирает. Но все равно, пока я учился, я медитировал, да. Я сидел, читал книгу в библиотеке, да. Я медитировал, приехал из метро Чернышевская. У меня самый слез, вы понимаете, да? Я не знаю, я плакал. Я думаю, что у меня слез, наверное, стакан, вот, стакан воды. Я не знаю, откуда. Я просто чувствовал, что мама уже умерла. И даже когда они кремировали, никто не сообщили, что мама умерла. Но я понял, что мама умерла. Это результаты практики медитации. Потом, когда-нибудь есть возможность, я буду объяснить. Вот. И я хочу сказать, что вы должны понимать, что в этой жизни вы поженились несколько раз. Да, вы починили несколько раз, вы жили с кем-то несколько раз. Вы понимаете, что, может быть, у вас уже муж один, муж, первый муж, второй муж, третий. Да, жена первая, вторая, третья, четвертая, любовница не читаем. Да, да. Или подруги тоже не читаем. Это потому что это тоже карма. Да.
Вот. И я хочу объяснить, почему. Как вы хотите, как мы можем создать нормальную семью, да? Что создать нормальную семью, я не думаю, что красота имеет значение, да? У меня есть своя концепция красоты, да? У каждого человека тоже есть концепция красоты. Я когда смотрю на китаянку, да? В деревне в Таиланде я смотрю китаянки, ну как я чувствую, что эта китаянка очень красивая. Когда я спросил русский монах, мой ученик, я говорю, что извините, пожалуйста, моя племянница красивая. Я хотел, что русский монах ушел из монашества и женился на мою племянницу. Он говорит, нет, Ачан Чатри, она совсем не красивая. Я говорю, она очень красивая. Ачан Чатри, это не девушка. Ну, это не красота, Ачан Чатри. Вы понимаете, да? Поэтому я хочу объяснить, что красота не имеет значения. У каждого человека есть понятие красоты, да? Есть разные концепции красоты. Для меня последнее время, когда я видел, что девушка 190 да, сантиметров, у отца 172, у меня еще больше. 185 мне нравится. Сегодня на работе одна девушка высокая, 190 ходит, так мне приятно смотреть на нее. Вот. И мои студентки, они спросили, Ачан Чатри, почему вы так смотрите на эту девушку? Я говорю, это мой вкус, понимаете, да? Вот, я говорю, что каждый человек разные концепции красоты. Сейчас мы говорим о карме, да? Человек, люди, которые создают семью, карма влияет на их сознание сильнее, чем красоты. Бывает, не любит, но карма, вы понимаете, общие кармические связи. Карма имеет очень большое значение. Мужчины очень много, почему я его люблю? Я ее люблю. Девушки много, понимаете, да? Много девушек на улице. Миллионы, именно она. Она сказала, она меня ненавидит. На самом деле она меня любит. Иногда, когда девушка, я тебя ненавижу. Ты это мой боль. На самом деле ты это мое счастье. Вы знаете, девушка, когда говорит, что я тебя ненавижу, это значит, она любит. Правильно? Я не знаю, я никогда не чинился, но я хочу сказать, что девушка постоянно обманула. Да? Они обманщицы, они никогда не говорят правду. Они не говорят правду. Поэтому карма, которую вы сделали вместе, в прошлой жизни, делает, что люди встречают еще раз. Еще много раз, до окончания самсары. Самсара – это значит перерождение. Не первый раз и не последний раз. Еще много раз. Если правильно говорю, да, в этой комнате не бывает людей, которые не были муж, не поженились, не жили как муж и жены. Муж и жены в этой комнате. Если я скажу, что девушка была моя жена в прошлой жизни, да, это правда. Потому что я переродился уже миллионы раз. Один раз она была моей дочкой, может быть, она была моей мамой, может быть, она была моей женой. Если я говорю, что молодой человек был моей женой, в прошлой жизни тоже вероятно. Понимаете? Потому что в прошлой жизни он был девушкой. Потому что надо говорить, он был девушкой. Понимаете, да? Он был девушкой. Или я скажу, что девочка молодая была мужчиной, да, бабником. Поэтому в этой жизни она родилась как женщиной, как девочкой, как кармическое наказание. Понимаете, да? Тоже вероятно. Поэтому семья – это карма.
отношения между мужем с женой – это карма. Били друг другу. Сначала любили друг друга, а потом били друг друга, а потом простили друг друга. Сначала любили друг друга очень сильно. Без тебя я не могу. А потом били друг друга. Да? Не бить тебя тоже не могу. Тебе надо бить. Сегодня надо бить. А потом через какое-то время они рассослись. А потом через какое-то время они простили друг друга. Да? Как друзья, добрая подруга, как добрая бывшая жена, как добрый бывший муж. Карма. А потом через какое-то время, потом простили друг другу. Любимый, давай мы живем вместе еще раз. Только через 30 лет. 30 лет назад полюбили друг другу, поженились. А потом через 10 лет били друг другу, рассослись. Через 15 лет рассослись, да, развелись. А потом через 10 лет, любимый, давай мы живем вместе. А потом они любили друг друга. Потому что карма. Бывает карма такая. Почему в этой жизни уже 15 раз я полюбил каждый раз девушки. Разные девушки. Потому что вы должны понимать, что 15 девушек, которые вы полюбились, это значит, в прошлой жизни были какие-то общие кармы с вами. Жили с вами, сделали какие-то кармы с вами. Поэтому в этой жизни совпадает. Совпадает, что они живут вместе. Карма. Сначала карма, да. А что создать нормальную семью? Я хочу сказать, что буддийская концепция, да. Надо иметь, как называется, нравственность одинаковой. Особенно молодые люди, да. Нравственность одинаковая или нет. Бывает, сейчас очень люди познакомились через интернет. Понимаете, да? Она живет, например, в Вологде. Вологда – это мой любимый город. Когда я читал лекции, всегда Вологда. Да? Она живет в Вологде, например, и Ростов-на-Дону. А потом мы купили билет, что она приехала в Питер, в Питере. Что жили вместе, просто в гостях. Да? Что она приехала на 2 недели гулять, смотрит город. А потом вы поняли, что вы буддист, например. Вы ни мясо не едите, курить не курите, сигарет не курите, водку не пьете. А потом девочка начинает курить в коридоре постоянно. Каждый день там вы поймете 2 пачки сигарет. Через интернет это непонятно, какая девочка. Просто она очень красивая. Она очень духовная. А потом, вы понимаете, она курит. А потом она пьет. А потом она гуляет. А потом по телефону разговаривает с кем-то. Вы понимаете, уже уровень нравственности очень разный. Концепция жизни очень разная. А потом начинает, я не могу любить эту девочку. Девушка тоже думает, что я тоже не могу любить. Как он живет и без сигареты? Как он живет без водки?
которые родители очень православны. А потом мама уже начинает говорить, он сектант, ты знаешь, дочка. А почему он сектант? Мама, почему он сектант? Потому что он снимает медитацию. Потому что он не едет, он не кушает мясо. Он не кушает мясо, но не так много, как мы. Вот. Да. Он не пьет водку. Он не пьет. Дочка, он не пьет. Дочка, ты знаешь, что он ходит в дасан? На лекции Будда Башивиша. Он ходит на лекции Ачан Чатри, Сумачачи, Будхитхи, Манаки, из Таиланда. Вот. Я слышал, что Ачан Чатри такой маленький и противный. Поэтому, что он ходит туда, это уже он больной. Как ты будешь создать семью? Религиозная, духовная концепция имеет очень большое значение для создания семьи. Вы не думаете. Путала, что это буддийский дасан. А потом родители бурьяты говорят, что сынок, нельзя. У нее семья уже 50-е поколения, они православные. 50-е православие недавно в России. Уже 50-е поколения. Поэтому нельзя жениться на нее. Давай, только бурьятку. Тоже религиозный конфликт уже начинается. Религиозный конфликт – это ладно. А потом духовный конфликт. Духовный конфликт, когда люди совсем разные духовные концепции. Религия, я не буду говорить о нравственности. Да? Нравственность – это человеческие ценности. Это уже духовность. Человек, может быть, нет религии, но человек очень духовный. А духовность разный. Разный уровень, понимаете? Разный уровень, познакомиться никак. Тоже создать семью невозможно. Первое, да, нравственность. Второе, духовность и нравственность. Духовность и религия, вера. Чивьоты, понимание и мудрость разные. Когда совсем разные понимания, мы не будем говорить о нравственности, мы не будем говорить о религии, мы не будем говорить о духовности, мы не будем говорить о алгоритме мысли, да, понимание. Совсем разные понимания. Поэтому, если вы будете создать семью с человеком, который совсем разные понимания, отличается ваше понимание. Не понимает друг друга. Никак. Вы хотите создать семью, но совсем разные понимания. Муж такой молчаливый. Извините, пожалуйста. Он философ сидит. Она сидит в кухне и 20 часов в день разговаривает с подругой. Говорит. Вы понимаете? Говорит. А муж просто так сидит. Ей надо найти муж, который много говорит. Оба будут говорить. Он будет говорить 20 часов, и она тоже 20 часов в день. Тогда они могут найти общий язык. Либо понимают друг друга, либо убьют друг друга.
Иногда муж молчаливый, но он очень любит, когда его подруга или жена говорит много. А я не люблю. Она не только говорит со мной, она еще пригласила девушки, подруги говорят. Еще 3-4 девушки пригласить домой. А муж медитирует. Мантра читает. Да. Философия Будды. Ошо читает. Сай Бабы читает. Кастанеды читает. Мы понимаете, да, там. А жена уже марихуана курит. Да. Да. Любимые, что такое? Снег падает на улицу. А жена любимая, такой романтичный. Погода сегодня очень романтичная. Что мы будем делать? А муж говорит, давайте медитируем. Снег падает, очень романтично, давай медитируем. Или муж, да, жена очень буддийская, да. А потом муж говорит, любимая, ну снег, да, на улицу. Да, что мы будем делать? Любимый, давай медитируем сегодня по на луне. Давайте медитируем. Очень хорошая энергетика сегодня. У него много тестостерона. Понимаете, да? Тестостерон много. Он говорит, любимая, что мы будем делать сегодня? Она медитирует, давай, любимый. Как разные понимания. Как? Да? У него тестостерон, он не купил, значит, либидо какой-нибудь, там, либидо не купил, искусственный тестостерон, но все равно очень много. Или, и очень интересно, что одна девочка пришла ко мне, Горелова, на практику медитации. Ее муж звонил мне, я не знаю, откуда телефон. Мобильный телефон, эксклюзивный. Но он знал мой мобильный телефон. И он говорил, что Ачан Чатри. Я говорю, да, это я, Чатри. Это вы, которые научили моей жене медитации? Я говорю, она сама пришла. Ты моральный урод. Я говорю, что? А почему вы так сказали, что я моральный урод? Это ты научил медитацию мою жену? После ретрита уже 2 года она постоянно медитирует. Всего 2 года у меня было только 4 раза сексом с ней. Я говорю, я не при чем. Вы понимаете, что? Медитация повышает, вы понимаете, потенция. Я говорю, я так обманул его. Я говорю, наоборот, моя медитация поднимает потенция. А у нее снижает. Я заметил, у нее снижает чатри. Я говорю, а зачем вы кричали на меня? А ты живешь Горелова? Я говорю, да, я живу Горелова. Сейчас я поеду прямо сейчас. Ты сделал, что моя семья рухнула. Я говорю, как? Моя жена уже каждые 2-3 месяца ездила к тебе. Ездила к тебе на медитацию. Я говорю, что я не пришел. Я не виноват, ты виноват. Уезжай обратно домой, Таиланд, Бангкок, Паттайя, Walking Street. Я говорю, нет, я не уеду никуда. У меня видно свидетельство. Да. Я не могу уехать из России. Я скоро буду подать на гражданство, получу. О, Боже мой. Я тогда пишу заявление в милиции, что моя жена не учит ни 4... Вы понимаете, 2 года только занимался сексом со мной, только 4 раза. Я говорю, что, а вы чем занимаетесь, пока жена снимает медитацию? Чем я занимаюсь? Конечно, я хочу заниматься сексом. Я говорю, что, может быть, вам надо найти другую жену? Он говорит, нет, я люблю эту жену. А потом он приехал ко мне, Горелова. Он приехал ко мне. И
Когда они приехали вместе, в конце концов, жена, я говорю, что вы можете пригласить муж приехать ко мне, Горелого, поговорим. Они приехали, я поговорил с ним, потому что я говорю, что правда, что ваша медитация сделала, что у вас были интимные отношения с мужем только 4 раза в течение 2 лет. Она говорит, да, Ачан Чатри, но вы не пришел. Да. Но просто у меня, вы понимаете, я не люблю, когда он вонючий. Он душ не принимает, не брился. Вы понимаете, одежды тоже не стирал. Он постоянно пил, он постоянно курил. Он постоянно гулял. У него тоже любовницы разные. Я несколько раз пришел домой, вы понимаете, да? Я видел, что девочки дома. Как я буду? Ну и что? У меня любовницы, и что? Я говорю, ну как ваша жена, которая она, вы понимаете, у вас дети, двое детей, у вас общие, как она будет любить вас? Если вы и курите, вы пьете, вы гуляете, у вас любовницы постоянные. Вы еще иногда принимаете наркотики. И как? Поэтому, когда разные концепции, да, разные понимания, очень сложно создать семью. Поэтому Будда говорит, что создать семью надо иметь общее. Первое, самасатта. Вера одинаковая. Вера одинаковая. Самасила, нравственность, духовность одинаковая. Третье, самачака. Доброты и любовь одинаковые. Если любовь и доброты разные, девочки, осторожны. Почему и любовь, и доброты разные? Это проблема для сохранения или создания семьи. Девочки, иногда, да, когда твои родственники приехали из Вологды, еще раз, из Вологды, мой любимый город, потому что она очень хорошо, да, кормила, первый суп, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, еды кормила весь день, с утра до вечера. Когда родители мужа из Таганрога приехали, вы понимаете, ой, Миша, зачем твои родители приехали? Зачем приехали? Приехали, зачем? У нас места не хватает. У нас, вы понимаете, у нас трехкомнатная квартира, да? Ты в одной комнате, раньше они спали вместе, когда родители приехали, ты иди спать туда, а я здесь. А дети в одной комнате. А места для родителей нет. Если твои родители приедут, пусть они спят там в кухне или в коридоре. Она любит своих родителей, а родители мужа не любит. Или муж любит своих родителей, а родители мужа не любит. Очень часто, когда девушка вышла замуж с мужчиной, да, молодым человеком, а потом молодой человек, муж говорит, что твоя мама дура. Вы когда-нибудь слышали, твоя мама дура, любимая твоя мама, послушайте, любимая, твоя мама дура. Она тупая, она плохая, она жадная. Вы понимаете, он как негативный качество родителей мужа или жены, например. Полюбил девочку, но он не любил своих родителей жены. Твой отец дурак. Он забыл, что именно этот дурак, да, потерял нескольких литр пот, когда занимался сексом, что она родилась. Если не был он, она не родилась. А сейчас ты живешь с моей дочкой, и ты говоришь, что я дурак. Понимаете? Очень часто муж говорил, сказал, что родители жены, отец твой, отец дурак. Твоя мама дура. Твоя мама плохая, твоя мама тупая. Ну, сделает все, что плохо. Они ругались постоянно.
Вы понимаете, да? Или иногда жена говорит, что твой отец дурак, твой брат дурак, твоя мама дурак, и ты сам дурак. Я поняла сейчас, почему ты дурак. Ты понимаешь меня? Я недавно, у меня просветление. Вот не просветление буду, а у меня просветление. Я понял, я поняла недавно, что почему ты дурак. Потому что твои родители дураки. У меня такие просветления, любимые. У меня на конце концов освобождение из самсары, что я поняла, что твои родители дураки. Это просветление по-русски. Просветление, что твои родители дураки. А потом начинает уже критикует. Твоя мама очень грязная. Твоя мама тупая. Твоя мама, почему она не знает, как работает телефон? Почему она не знает, как работает Facebook? Facebook она не знает. Почему она не знает, как включить телевизор? Почему она не знает, как использовать микроволновки? Ты можешь отправить своих родителей обратно в Благовещенское куда-нибудь? Мне надоело. Деревенские люди из Благовещенска, город свободный какой-нибудь, да? На Камчатке, Макаданы. Пусть они живут с медведями. А зачем с нами в Питере? Это культурная столица, ты понимаешь? Отправим обратно, давай. Рубцовск какой-нибудь, да, город. Далеко на Урал. Банау. Пусть они живут на Мауле, зачем с нами? Надо иметь качество, называется любовь, сострадание и доброты одинаковые. Когда вы хотите, да, вы собираете, выбираете, как называется, молодую девочку, что жениться, надо смотреть. Не надо жениться, потому что вы очень старый, надо жениться. Ой, мне 25, надо выйти замуж. Русская девочка, ой, мне уже 25, надо выйти замуж. А потом, извините, пожалуйста, неправильно. Потому что нет понимания. А потом разошлись. Бывает, поженились нескольких месяцев, а потом поняли, что мы нет. Семья – это не для меня. Моя жена – это не моя. Или мой муж – это не мой. Поэтому, когда вы создадите семью, вы должны смотреть, что уровень доброты, сострадания и любовь одинаковый или нет. Я должен любить родителей жены, как я люблю свои собственные родители. В одном уровне, не меньше, не больше. А я иногда люблю маму. Я люблю маму моей жены сильнее, чем своей собственной мамы. Потому что моя жена красивая. Благодаря ее красоте. Это шутка. Вы должны понимать, что родители жены, если не были ее родители, как она родилась? Она родилась, потому что были ее родители. Ваша жена, которой 30 лет, получили бесплатное воспитание, бесплатное образование, бесплатные одежды, бесплатные обуви. Она выросла, познакомилась с вами, когда ей 25 лет. А сейчас вы сказали, ее родители тупые. Да, твои родители тупые. Любимые твои родители тупые. Они не образованы. Они очень грязные. Они приехали из деревни и сделали, что нашу квартиру очень грязная. У них очень недорогие куртки, вы понимаете, да?
У тебя Колумбия, а у бабушки, у ее родителей. Может быть, курки, которые уже 20 лет носила. После распада Советского Союза курки не купили ни разу, понимаете? Они вонючие, любимые. Ты можешь сказать, что твои родители уедут побыстрее? У нас квартира, мне стыдно показать моим друзьям, что я езжу на BMW X6, на Lexus, а твои родители, наверное, в деревне, вы понимаете, Шикули. Они не знают, что такое, не надо сидеть на моей машине. Пусть они ездят на метро, на автобус, на трамвай. Да? Они хотят поехать смотреть Петродворец. Пусть они ездят до метро Аптова, а потом на автобус там есть. Понимаете, да? Они хотят смотреть Пушкин, да? Павлов, пусть поехать до метро Московская. Там маршрутки есть. А он живет на Московском, понимаете, на Московском. Или на Элисар, как называется, на Парк Победы, например. Да? Парк Победы, одна остановка. Вы понимаете, из Парка Победы до Пушкина, наверное, 20 минут. Им надо сидеть на метро, а потом ждать на автобус. Или маршрутки, чтобы поехать смотреть Пушкин. Туда-обратно уже 5 часов. 3 часа, понимаете? Он говорит, что я не могу, потому что одежды твоих родителей очень грязные, вонючие, я не могу. У меня Lexus. Поэтому я хочу сказать, что уровень доброты и любовь за страдания имеет очень большое значение для сохранения семьи. Последнее, самопанья, мудрость, понимание одинаковые. Если мудрость и понимание не одинаковые, концепция не одинаковые, вы понимаете, да? Я никогда, я говорю, мудрость и понимание, это не значит, что надо жениться что на девочку, которая закончила институт или университет, закончила, получила диплом, нет. Или молодой человек, который имеет высшее образование, нет. Мой отец окончил 2 класса, понимаете, да? Учился в школе 2 года, но очень духовный человек. Я уже видел человека, который профессор университета, я работаю в университете, который каждые 5 минут рука с матом. И очень злой, и очень плохой, и очень пьяный, понимаете, да? Образование не имеет значения, когда мы говорим о мудрости. Люди в деревне, вы понимаете, дальше бывает пастух. Один раз я был, как называется, в как Чуваши, знаете, да, Чувашской республике, Чуваши, в городе Эренаре, Сивинск, да, деревня Эренаре. И я разговаривал с дедушком, пастух. Я разговаривал, что я закончил буддийский университет, я занимался медитацией, буддийской философией постоянно. Я разговаривал с ним, я плакал, что он сказал мне. Я изучал, читал Трипитаку 45 томов. Я слышал нескольких фраз, и дедушки, пастух, Шуваши, я плакал. Я поехал на экспедицию, да, 11 лет назад в Шуваши, но по России. 3 месяца был на экспедиции. Просто так хотел смотреть Россию. Вот. И один пастух, дедушка, 74 года, сказал мне фразы нескольких, которые я плакал, и до сих пор я вспомню. Поэтому, когда я говорю, что мудрость, это не значит, вы должны жениться или выйти замуж за молодой человек или молодая девочка, которая имеет высшее образование или дипломы. И последнее, карма общая. Когда я говорю, что карма общая, вы знаете, что вы чувствуете, что вибрация, волна.
Когда вы любите кого-то, вы чувствуете, что волна от него. Волна. Я использую слово волна. Вы находитесь рядом с человеком, вы чувствуете волна. И определенный, вы понимаете, да? Когда вы чувствуете, что у вас общее. Например, у вас телефон. У каждого человека телефон. Телефон есть разные операторы. Есть МТС, Мегафон, Теле2, Билайн и Йота. Радио, магнитофон тоже разные волны. Есть АМ и ФМ. Правильно? Есть ГЭКС радио. Да, ГЭКС радио. Очень странный. Я слышал, какой секс или ГЭКС? ГЭКС радио. Я разные радио, разные волны. И когда вы чувствуете, что если у вас аппарат, если у вас, например, у меня оператор, Мегафон, да? Я буду звонить на человека, который есть оператор, тоже Мегафон. Он сразу получает. И любовь тоже, вы должны чувствовать, что волна, не просто у него хорошая машина, вы понимаете? У него хорошая квартира. А волна не чувствуется, энергия не чувствуется. Вы чувствуете вибрация, когда вы любите вибрация, понимаете? Любовь – это вибрация. На уровне вибрация. Находится рядом прямо такая счастливая. Хочу потрогать ее руку, но неприятно. Но она еще не разрешает. Потому что она сказала, в этой жизни я тебе больше не разрешаю потрогать мою руку. Она сама тоже хочет потрогать его руку. Бывает, разослись, а потом не трогай меня. На самом деле, она очень сильно обнят его. Он тоже не трогай меня. Мы очень разослись. На самом деле, до сих пор любят друг друга. У нее новый муж. У него или у нее? Я перепутал. В Таиланде, я из Таиланда. У нее новый муж. Я постоянно, я не только здесь, я постоянно перепутал по поводу у нее или у него. Да? Потому что в Таиланде, может быть, у него новый муж. Вы понимаете, в Таиланде у него новый муж. Да. Он развелся с женой, а у него новый муж. Вы поняли, нет? В Таиланде очень часто. Да, 50 или 70%. Я очень боюсь. Даже монахи ходят ко мне. Здравствуйте, Ачан Чатри. Я говорю, я боюсь, даже монах. Как у вас дела? Я говорю, хорошо. А вы не хотите массаж? Да. Вы, наверное, в России никто не сделал вам массаж. Я говорю, что я не хочу массаж. Я хочу тайский бокс. Это тоже карма. Почему в Таиланде много голубых? Это очень вопрос. Я до сих пор не могу найти ответ. Да, я потом скажу как-нибудь. Бывает, что они разошлись. Любят друг друга. И у каждого человека гордыня. Я уже сказала, что я разлюбилась. Поэтому разрешить, что он потрогает мою руку, не хочу. А сильно очень хочет. Любимый, потрогай меня. Потрогай. А он говорит, я тоже развелся с тобой. И ты сказала, что нельзя трогать меня. Я не буду потрогать. Оба сидели вместе в одной машине.
поехали купить какие-нибудь вещи для детей общие. Но жена потрогает, хочет очень сильно потрогать его руку или ногу, да, колени, как раньше. Да? Или пузо потрогать. Или плеча потрогать. Вы понимаете, да? Или ногу понюхать. Но как раньше, а не могу, потому что я уже сказала, что все, больше не будем обнять друг другу, потрогать меня нельзя. Все. Муж тоже думал, что вот она уже сказала, нельзя потрогать меня. Я мужик. А так она, разве она сказала, я больше не буду трогать? Несмотря, что он чувствует, что она хочет, что он потрогает его руку, ну, держит ее руку. Но я не буду. У каждого человека гордыня. Еще раз, прощение очень важно для сохранения семьи. Надо простить. Если вы обидели друг друга, и вы не простили друг другу, карма продолжается до конца самсары. Вы знаете об этом? Следующая реинкарнация будем мучить друг друга еще раз, любимая. Надо простить в этой жизни. Любимая, я тебе простил все. Я тебе не разрешаю потрогать мою руку, ты понимаешь? Но я улетаю, я прилетаю из Италии после завтра, ты можешь приехать собрать меня домой. Очень странно, да? Я тебя ненавижу, а ты не хочешь приехать ко мне через 2 дня? Или сегодня вечером? Ты не хочешь приехать просто так? А почему я должен поехать к тебе? Ну, просто так. А ты меня не хочешь увидеть? Ну, я хочу тебя увидеть. Но проблема, что ты уже сказала, что ты меня не хочешь увидеть. Ну ладно, тогда не надо приехать. А. Вот видите? Чуть-чуть. Вы понимаете, маленькие нитки. У каждого человека гордыня. Жена сказала, что больше не надо потрогать меня, больше не надо мне звонить. Не надо больше меня любить. Ты это мой боль. Твое обещание, уже 5 лет общались, только одни обещания. Обещал 1, 2, 3, 4, 5, 10. Обещал Паттайю уже сколько лет? Уже 5 лет. Я хотела поехать в Паттайю. А ты обещал. Покупать билет, что Новый год поедем в Паттайю. Уже 5 лет не купил. Мне билет на Паттайю. Хочу смотреть. И кулет на Walking Street, что арабы пристают меня чуть-чуть. Или турки, или арабы, или иранцы, или африканцы пристают меня. Это шутка. А ты обещал одни обещания. Поэтому я больше тебя ненавижу. Только одни обещания. Ну ладно, тогда если ты меня не любишь, конечно, я тебя люблю. Твоя любовь не имеет значения. Извини, я разлюбилась тебя. О, все, любовь закончилась. А потом она попытается забыть вас. Первый день, второй день, четвертый день. Мне больше не надо звонить, ты понимаешь? Ты понял? Хорошо, я понял. И все ли 2 недели не звонил? Как дела? Уже начинается, как дела? Как почиваешь? Я видела на Фейсбуке, что ты заболел. Уже начинается. А ты не хочешь приехать ко мне просто так? Гордыня, гордость, это мешает для сохранения семьи. Надо простить друг другу иногда. Быть проще, вы понимаете, надо быть проще. Простить друг другу просто так. Есть одна песня у Элтона Джона. Да, мой любимый мужик. Да.
Elton John, да? Sorry to, it seemed to be the hardest word. Прости меня, да? Прости меня. Видимо, очень самое сложное слово, которое человек может говорить. Просто прости меня. Я тебе простила. Ну, просто так, и все. А потом обнять друг другу. Зачем ждать 3, через 30 лет, когда уже с палками ходит, я тебя люблю. А потом бабочка сказала, я тебе простила, да? Только через 50 лет, да? Либидо, либидо уже нет. Тестостерона тоже нет. Надо простить друг другу сейчас, когда энергия еще есть. Сила еще есть, тело еще есть. Понимаете, да? Когда у нее зубы еще есть. Когда без зубов, зачем простить друг другу? Понимаете, да? Когда без зубов, зачем простить друг другу? Не имеет значения. Поцеловаться невкусно уже. Когда слушаю друг другу, когда 70-80 лет, когда вас змея пометает друг другу, не очень вкусно. Понимаете, да? Честно, я скажу. Да, это опыт буддийского монаха. Вы поняли меня? Поэтому чтобы создать семью и сохранить семью, я закончу беседу с вами. Это беседа.